подготовка, обучение, зоны СВО. Губернатор встретился с ярославскими военнослужащими, заключившими контракт с Минобороны России. В каждом вагоне своя история. Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Ярославль. 2 недели осталось до сдачи дороги за Волгой, а жители недовольны результатом. Что на этот счет думают в мэрии? Пристегните ремни. В областном центре прошла акция «Ребенок – главный пассажир». Кого ловили? Весна пришла в середине мая. В Ярославле проходят всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Россыпь медалей из Самары. Ярославцы вернулись с Кубка России по тхэквондо. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала. В студии Екатерина Сысоева. В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства несовершеннолетнего. Еще в марте в сетях обсуждалось нападение мужчины с ножом на подростка в поселке Пречистое Первомайского района. Как сообщают очевидцы, нападавший находился в нетрезвом состоянии. Материалы проверки поступили в производство регионального управления следкома. По указанию руководителя регионального следственного управления, территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийства. Следователями в настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к розыску подозреваемого. Сегодня губернатор Михаил Евраев встретился с ярославскими военнослужащими, которые заключили контракт с Министерством обороны России. Они вступят в новое воинское подразделение региона – именной батальон. В группе 21 человек из Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Брейтовского и Пошехонского районов. Бойцы будут экипированы Министерством обороны РФ и пройдут обучение на новой технике. После этого направятся в зону проведения спецоперации. Встреча прошла в формате диалога. Губернатор дал ребятам напутствие. Напомню, контрактники получают единовременную федеральную выплату в размере 195 тысяч рублей и еще 100 тысяч от региона. Для участников СВО и членов их семей предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки. Хотелось бы, чтобы задача была выполнена и чтобы вернулись здоровыми и живыми. Еще раз скажу, что если что-то необходимо, вы, пожалуйста, не стесняйтесь, говорите, потому что все, что необходимо, мы будем делать. Передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Ярославль. В течение 2 дней горожане смогут погрузиться в атмосферу военных лет. 10 вагонов с разными историями, судьбами и воспоминаниями фронтовиков. Сегодня экспозицию посетили ветераны боевых действий, школьники, студенты и представители молодежных организаций. Какие экспонаты запомнились больше всего ярославцам, узнал мой коллега Алексей Машков. Привычного экскурсовода в «Поезде Победы» нет. В самом первом вагоне раздаются аудиогиды. Проекция Дмитрия Харатьяна появляется из ниоткуда, с кратким руководством к пользованию. И также быстро исчезает, передавая слово виртуальной рассказчице Лидии. С самой первой экспозиции создается полный эффект присутствия. Стук колес, движущиеся пейзажи за окном, фигуры людей, кажется, вот-вот оживут. Солдаты с ППШ, взрывы и перестрелки – все это дополнено мультимедийными технологиями. Курсанты то попадают в атмосферу допроса, то стоят на линии огня в окопе. Организаторы стараются каждый раз удивлять публику новыми решениями. В этом году музей пополнился новой экспозицией. Она посвящена военному трибуналу над преступниками, безжалостно загубивших миллионы жизней. Неудивительно, что самым популярным среди горожан стал вагон с узниками концлагерей. Действительно жуткое зрелище. Борьба за жизнь на грани смерти. В одном из вагонов крыша пробита снарядом, а наверху пролетают немецкие бомбардировщики. Посетители по достоинству оценили масштабы и труд создателей музея. Мы вот даже с Аней шли, обсуждали то, что сколько времени ушло на создание этого поезда, то, что правда все сделано настолько реалистично, что, ну, страшно. Что прям становится. Как будто вот ты прям сейчас проживаешь этот момент, прям вот идешь и завораживает душу. На всем протяжении маршрута каждой группе помогают волонтеры. Только за полдня они провели более 500 человек. Эмоции, конечно, невероятные, особенно обратную связь получать от людей, всем очень нравится, особенно ветераны выходят, говорят, что это настолько полезно вот, устраивать такие проекты, что важно привлекать к этому молодежь. Пройти все вагоны удалось даже самым маленьким посетителям, правда, не без помощи мамы и папы. Но они все трогали, девочка шла рядом с ней, они все пытались
тактильно все погладить, потрогать руки, там одежду, какие-то замочки. Я думаю, что оставит для них определенный след. Идею проводить такие экспозиции на регулярной основе высказал почти каждый, кто прокатился на поезде Победы. Я думаю, все-таки это очень важно, потому что сейчас молодежь, она не понимает ценности тех людей, которые были раньше. То, что надо почаще таких выставок делать. Посетить музей ярославцы смогут бесплатно завтра до 7 вечера. А для тех, кто не успеет, можно пройти 3D-тур на сайте проекта. Однако полностью проникнуться поездом Победы все-таки лучше вживую. Алексей Машков, Денис Кауров. Новости города. Новое кадровое назначение сегодня озвучил губернатор Михаил Евраев. На совещании с главами муниципальных образований стало известно, что исполнять обязанности директора департамента туризма будет Ольга Габуева. Она работала в Комитете по туризму Республики Северная Осетия – Алания. Между тем, исполняющим обязанности директора фонда капитального ремонта стал уроженец Ярославской области, кандидат технических наук Дмитрий Сухой. За плечами 7 лет кураторства сферы ЖКХ в Тутаевском районе. А ярославец Андрей Харитонов приступает к работе в качестве руководителя в Центре организации дорожного движения. Обязанности главы Переславля-Залесского будет исполнять переславец Дмитрий Зяблицкий. Обращаясь к назначенцу, глава региона пригласил его присоединиться к команде развития городского округа и всей Ярославской области. Очень важно сейчас вот эту программу развития Переславля-Залесского сделать вместе с жителями Переславля-Залесского. То есть, чтобы это была общая программа развития Переславля-Залесского. Для этого сейчас надо максимально со всеми общаться, услышать все пожелания, сформировать эту программу развития Переславля-Залесского. А дальше мы посмотрим, какие дополнительные ресурсы правительства Ярославской области мы сможем направить на ускоренную реализацию этой программы. В Ярославле собрались участники выездного заседания комиссии Совета Федерации по наиболее перспективным региональным практикам внедрения системы управления рисками и приоритета профилактической работы при осуществлении жилищного контроля. В работе приняли участие губернатор Михаил Евраев, органы исполнительной и законодательной власти. На связи представители всех субъектов ЦФО, поскольку тема ЖКХ и благоустройства одна из наиболее актуальных. Это очень сложная система, она требует постоянного мониторинга, постоянной корректировки и донастройки. Поэтому дорогу осилит идущий, мы работаем и будем в дальнейшем работать над совершенствованием нормативно-правовой базы и применительной практики. В условиях ограниченной возможности использования инструментов контрольно-надзорной деятельности, ведь, как известно, введен мораторий на проверки, приходится искать некий баланс, а порой и выходить на более высокий уровень, чтобы решить принципиальные вопросы, например, касающиеся облика города. С аналогичными вопросами обратились сразу несколько мэров, в том числе и Ярославля. Мы договорились о том, что мы скорректируем здесь подходы, которые закреплены правительством, и соответствующий вопрос был озвучен президенту не так давно на совещании с органами местного самоуправления, и дадим возможность здесь скорректировать исключение из моратория и дать возможность проводить проверки вот тех случаев, когда действительно есть грубые нарушения облика города. 2 недели осталось до сдачи дороги и тротуаров у школы номер 2 в Заволжском районе. Жители жалуются, что строители работают медленно, надо бы ускориться. Между тем, программа «Подъездные пути к соцобъектам» стартовала в 2022 году и продлится до 2025. В прошлом отремонтировали 68 подъездов, в этом в списке 41 объект. Марина Смарагдова отправилась в Заволжье. 5000 квадратных метров дорожного полотна плюс 1100 тротуаров. Таков объем работы у школы номер 2 на проспекте Авиаторов. Ходить по щебню пока неудобно, но строители обещают закончить все к 1 июня. Здесь работы стартовали 4 апреля. Уже готова часть тротуара с новым бортовым камнем. Сейчас подсыпают щебнем проезжую часть и ждут асфальтобетонное покрытие. У всех заводов разная рецептура смеси. Ее проверяют в лаборатории и согласуют с заказчиком. По предложениям территориальной администрации это все проводится. И опять-таки по обращению жителей. Жители могут тоже написать обращение в территориальную администрацию. У нас эта программа будет действовать до 2025 года в планах. Поэтому они могут написать свои обращения, и мы будем просматривать данные заявления для того, чтобы включить в эту программу. Сейчас в работе 41 проезд. Заключено 17 муниципальных контрактов. У компании, которая работает на Авиаторов, еще 10 объектов в Дзержинском, Заволжском и Красноперекопском районах. Обращения идут от жителей, конечно, немножко обеспокоены тем, что
очень, как сказать, мало народу, и то есть достаточно медленно они делают, да, но вот сегодня мы буквально разговаривали, и вчера разговаривали с руководством организации, они сказали, что усилятся, будет немножко добавлено у нас людей, техники. У этой организации у нас 3 объекта. Финансируется программа из регионального и городского бюджетов. В этом году выделено 255 миллионов. За ходом работы следят общественные комиссии, которые созданы по инициативе мэра Ярославля при координационных советах во всех районах города. Марина Смарагдова, Денис Кауров, новости города. 68% готовности у школы на улице Пашуковской. Сегодня о национальных проектах говорили на открытом совещании мэра. Всего в Ярославле строятся 3 объекта образования. Школы на Московском и Большой Федоровской будут сданы в будущем году. Темпы их строительства соответствуют планам. Школа на Пашуковской должна принять учеников уже 1 сентября. Поэтому возведение здания и все этапы отделки под пристальным контролем мэрии Ярославля. Количество строителей на объекте увеличено до 130. Работы ведутся в 3 смены. Мы и за качество работ следим. Вот, то есть это неотъемлемая часть. При этом хочу сказать о том, что МКУ агентство по строительству, которое является заказчиком, ежедневно и в выходные дни присутствует на объекте. Директор МКУ ездит каждый день на объект. Вот, и по мере необходимости мы проводим оперативные совещания. Большую делегацию не надо. Глава района, вы, агентство заказа. Генподрядчик и подрядчики. На этой неделе мы на объект съездим, посмотрим, значит, там, если есть какие-то сложности, там на месте будем определяться. В городе появилась возможность за счет средств 2024 года начать дополнительный ремонт дворов по национальному проекту «Жилье и городская среда». 4 адреса уже определены. Администрациям предложено провести координационные советы с депутатами и жителями и назвать те территории, которые уже в этом году будут отремонтированы. 38 основных дворов и 38 резервных для того, чтобы мы под любое финансирование были готовы. И, соответственно, департамент городского хозяйства начнет по ним работу по изготовлению проектно-сметной документации. Я думаю, что действительно оборудование будет раньше поставлено, потому что кванториум, например, для образования, он должен раньше заработать, правильно? Потому конечно, что 1 сентября конечно. Дети уже придут в школу. То же самое касается и того оборудования, которое поступает в спортивные школы и в школы искусств. Сегодня в Большом зале мэрии прошла встреча Совета директоров градообразующих предприятий с мэром Ярославля Артемом Молчановым. Более 60 руководителей крупных заводов, фабрик, финансовых учреждений обсудили с властью вопросы взаимодействия и сотрудничества. Такой формат общения становится традиционным. Особое внимание уделили реализации программы формирования комфортной городской среды. Это благоустройство, уборка территорий, строительство социальных учреждений. Затронуты вопросы подготовки к празднованию Дня города. Город Ярославль – это город труда, это город предприятий, и город живет, когда живут предприятия. Наш диалог – это встречные вопросы друг к другу, это решение этих вопросов, это предложение. Мы спрашиваем, чем город может помогать работе предприятий, и предприятия также спрашивают нас об этом. Тема очень интересная – благоустройство города Ярославля. Город Ярославль – это наш дом. Готовимся к большому празднику Дню города. Наверное, надо почиститься, умыться, чтобы город был красивым. В Ярославле идет активная подготовка к купальному сезону. Его открытие запланировано на первый день лета. Как наводят порядок на ярославских пляжах, где будет разрешено купание и какое наказание грозит за отдых в неположенном месте. Об этом и не только в среду в программе «На повестке дня». На мои вопросы ответит Ирина Ланг, заместитель начальника поисково-спасательной службы Центра гражданской защиты Ярославля. Эфир в 19:20 на городском телеканале. Горзеленхозстрой приступил к борьбе с борщевиком в рамках программы благоустройства и озеленения Ярославля на 2021-2023 годы. Сегодня покос опасного растения провели в Заволжском районе на пересечении улиц Колышкина и Здоровья. До 1 июля ядовитый сорняк будут уничтожать механическими способами. Затем последует обработка гербицидами. В прошлом году такие методы уже дали положительный результат, например, на улице Автозаводской. Процесс химического опыления будет проходить исключительно в ночные часы, когда на улицах никого нет. В программу включены все районы города с обширным заражением борщевиком. Данная программа финансируется как из городского, так и областного бюджета. В этом году обработки выявлено и подлежит обработке более 20 гектар территорий, пораженных борщевиком. Выделяется
субсидия более 500 тысяч рублей. Ну а для полезных растений другие условия. В Ярославле начала работу ярмарка рассады. В депутатском переулке выстроился длинный ряд с нарядной продукцией теплиц. Садоводы-огородники теперь могут продавать выращенные саженцы в самом центре города. Сегодня торговали жители Поречья Рыбного и Красноперекопского района. Важно, что палатки и места мэрия предоставляет бесплатно. В ассортименте растения для клумб, рассада овощей. Много уже распустившихся растений. Любопытно, что горожане выбирали цветы не только для высадки в грунт на своих участках, но и для украшения интерьера дома. Работа ярмарки продолжится до 26 мая. Заявочки принимаем по телефону 40 48 60 или в администрации центрального рынка. Можно подойти, оставить заявку и вам предоставить сразу же бесплатно место. В Даниловском районе в объектив камеры попал необычный лось белого окраса. Видео выложили ярославцы в социальных сетях. В комментариях тут же разгорелся жаркий спор. Кто-то говорит, что это редкий вид альбинос, а кто-то считает, что сахатый просто посидел от несладкой жизни. Версия про обычный лишай выглядит наиболее правдоподобной. Ярославцы с нетерпением ждут открытия купального сезона, ну а страусы Эму в зоопарке уже вовсю принимают водные процедуры. Днем стоит довольно теплая погода, и киперы выносят дополнительную емкость с водой, чтобы птицы смогли охладиться. Хорошенько промочить перышки, правда, не вышло, но длинная шея вполне поместилась. Такое оно, маленькое страусиное счастье. В областном центре прошла акция «Ребенок – главный пассажир». В Красноперекопском районе рядом с детским садом номер 144 сотрудники госавтоинспекции выявляли родителей-нарушителей, которые перевозят своих детей без специальных удерживающих устройств. С каждым остановившимся водителем провели профилактическую беседу и выдали специальные памятки, а детям подарили тематические раскраски. Наша съемочная группа тоже вышла в рейд в 7 утра. Без этих нехитрых приспособлений нельзя перевозить детей в личном автомобиле до 7 лет. Речь, конечно же, о специальных бустерах и автокреслах. Соответствующий нормативный акт работает в нашей стране уже более 6 лет. Многие, понимая, что автомобиль является источником повышенной опасности, строго следуют законам, в том числе понятиям здравого смысла. Прежде всего, все же так обязывает нас по правилам перевозки детей, да, в законодательном уровне. Во-вторых, ребенку все комфортнее находиться в детском кресле. Оно как бы наиболее анатомичное, эргономичное для него. В этом отношении, ну и безопасность, конечно, в этом случае немаловажно. Это обязательно. Я, когда еду за рулем, даже своим дочерям объясняю, что необходимо пристегиваться и не вставать, когда мы закончили движение с кресел, чтобы не получить каких-то травм. Нашлись и те, кто к безопасности своего чада по тем или иным причинам отнесся легкомысленно. В заднем сиденье ребенок может перевозиться только с 7 лет, без детского удерживающего устройства. По статистике, количество ДТП с участием несовершеннолетних в Ярославле растет. В сравнении с прошлым годом примерно в 1,5 раза больше детей получили травмы. Поэтому, несмотря на то, что во время проведения этой акции почти все водители использовали автокресло, профилактика лишней не будет. Палечку, держи. А тебе раскрасочку. Держи, моя хорошая. Всего вам доброго. Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованными ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Принципиальная необходимость фиксации ребенка в специальном удерживающем устройстве обусловлена тем, что при резком торможении или ударе вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Ремни безопасности, рассчитанные на стандартную комплекцию взрослого человека, попросту становятся бесполезными и даже могут навредить. Игорь Шевченко, Михаил Орлов, Новости города. Сегодня Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль» открыл музей фарфора. Он разместился в отремонтированном особняке 19 века. Здесь жил и работал купец Иван Шляков, один из основателей музея Ростовского Кремля. Сейчас в фондах коллекция изделий фарфора и керамики насчитывает более 2000 экспонатов. Самый ранний – 18 века. Это предметы русского и иностранного фарфора и фаянса. Часть выполнена на императорском фарфоровом заводе, производствах Гартнера,
Попова, братьев Корниловых. Зарубежные образцы изготовлены на китайских и японских фабриках, а также в Германии, Франции и Дании. Фарфор 20 века на советских предприятиях. Кроме этого, в новом музее открыта экспозиция «Первый хранитель», посвященная известному собирателю и исследователю Ивану Шлякову. Экспозиция музея фарфора состоит из коллекции нашего музея, в которой отражены производства России, Западной Европы и Востока, это Китая и Японии. Самое интересное, что мы постарались показать самое разнообразие нашей коллекции. Открытием этой экспозиции мы нашему посетителю рассказываем не только о музейных предметах, а еще и об уникальном особняке XIX века и его обитателях, судьба которых и жизнь которых неразрывно связана с Ростовским Кремлем. Впереди спортивная часть выпуска. Весна пришла в середине мая. В Ярославле проходят 17-е всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Представительница этого вида спорта «Ярославская весна» регулярно собирает на коврах спортивного комплекса «Атлант». Мягкий ковер накрыл главную волейбольную площадку Ярославля. Сейчас на нем участницы грациозного вида спорта. Сам зал поделен на две части. На одной выступают с программами, на другой – разминка и разогрев перед важным выходом. Оттачивается каждое движение. Программа достаточно сложная, там 4 риска. Я делала под веселую музыку, которая скомпонована из двух радостей, то, что ничего не завалило, то, что получился риск, который не получался на ковре, ну и спокойствие. У художественной гимнастики много поклонниц. Вот и в нашем городе собралось более 1000 участниц из 21 региона. Для того, чтобы все успели показать мастерство в индивидуальных и групповых выступлениях, «Ярославская весна» будет неделю идти. В этот раз я вышла на ковер, и мне удалось насладиться своим выступлением. Я была в потоке эмоций и музыки. Я довольна своим выступлением, мне понравилось. Что касается спортивных снарядов, участницы заранее выбирают, с чем именно покорять судейскую коллегию. На выбор обруч, лента, мяч, булавы, иногда скакалка. В Атланте спортсменки от 4 до 20 лет. Кому-то уже нравится приезжать в наш город на подобные состязания, кто-то здесь впервые. Мы начали с удачного выступления, хотелось бы этим продолжить. Очень красивый зал, тренировочный зал, очень удобный, спортивный комплекс очень красивый. Хотелось бы, чтобы у каждого тренера были такие залы. Эти состязания включены в официальный план Министерства спорта России. Изначально «Ярославская весна» 15 лет проходила в рамках международных соревнований. Сейчас идет второй год, как носит новый статус. При том, что масштаб стал меньше. Все равно на этих состязаниях лучшие гимнастки могут получить звание мастера спорта. Турнир будет идти до 20 мая. Тогда же состоится закрытие. Илья Барабанов, Владислав Старожук, Михаил Орлов. Новости города. Спортсмены Ярославской области привезли завоеванные медали домой. Бойцы разных возрастов и весовых категорий выступали в Самаре на Кубке России по тхэквондо, на котором присутствовало около 1700 участников из 64 регионов. Как прошли состязания для ярославцев, узнал наш корреспондент Владислав Старожук. На татами капитан команды Ярославской области Вадим Белов. В спаррингах юный спортсмен полагается на наработанный опыт. Хотя Вадиму еще 14, но в таком возрасте он уже сумел завоевать 3 золотые медали на Кубке России по тхэквондо, одержав 12 побед в 12 поединках. Результатом собственных выступлений ярославец остался доволен. Работаю на скорость и на время. Чем больше ударов нанесу, тем больше успехов получается. Самое главное – это дух и ум. Умом работать, как правильно к сопернику подобраться. На соревнованиях по корейскому боевому искусству выступали не только спортсмены с опытом. Для кого-то из участников они буквально стали дебютом. Как, например, для Кристины Хлопковой. Первый блин оказался комом. Главное, что тренер знает, как правильно надо готовить своих воспитанников к дальнейшим состязаниям. Я попала с высокой соперницей, и я ей проиграла. Я растерялась, как с ней работать. Сказал, что надо стоять с более высокими, с более сильными и надо больше готовиться.
Как итог, спортсмены привезли домой 10 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, а команда Ярославской области стала лучшей, обойдя спортсменов из Краснодарского края и Московской области. Командные состязания проходят в особом формате. Не зависит ни от веса, ни от роста, то есть тренер сам выставляет спортсмена, подкидывается монетка, кто угадал, тот выставляет. Ты понимаешь, против кого поставить против него, чтобы дальше стратегию определенную выстроить. Нашу область представляли 35 спортсменов. Многие атлеты достойно показали себя на этом турнире, что позволило им пройти отбор на чемпионат мира по тэквондо, который стартует в июле этого года в Киргизии. Владислав Старожук, Василий Мосин, новости города. Теперь к погоде. Прохладно и дождливо будет в Абакане, а в Тюмени ясно и без осадков. Тем временем архангелогородцев погода порадует теплом. Здесь 20 градусов. В Амурской области на севере местами ожидается мокрый снег. В Брянске слабый юго-восточный ветер. Что в Ярославле завтра? Алена Груздева ответит. В студии Алена Груздева. Здравствуйте. В среду днем в Ярославле небо будет ясным весь день. Осадков не ожидается. Подробности далее. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославна Клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33 81 91. В среду ночью в Ярославле небольшая облачность без осадков, температура 7 градусов. Ветер южный 3 метра в секунду, влажность воздуха 63%, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Только этой весной квадратный метр всего от 70 тысяч рублей в жилом доме «Единство». Успейте купить. Светлояр, 28-88-00. В среду днем в Ярославле переменная облачность без осадков, температура 24 градуса. Ветер южный 4 метра в секунду, влажность воздуха 46%, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Идеальное зрение, сила духа и богатырское здоровье необходимо каждому защитнику Отечества. Офтальмологический центр «Идеал» предлагает мужчинам быстрое решение проблем. Телефон в Ярославле 72 12 18. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. До свидания. Через мгновение в эфире продолжение сериала «Академия». Приятного просмотра. А я напоминаю, наши новости также доступны на сайте gtk.tv, в телеграм-канале, официальном паблике во ВКонтакте и на видеоплатформе YouTube. Сообщайте новости в нашу редакцию по телефонам 72 11 70 72 11 80. В студии работала Екатерина Сысоева. Отличного вечера. До встречи в эфире.